За мной! Прилипать, а вы прилипаете ладошки к ладошкам! Молодцы! Прилипайте, прилипайте ладошки к ладошкам! Носочки к носочкам! И ладошки к ладошкам! А теперь коленки к коленкам! Ладошки к ладошкам, носочки к носочкам, коленки к коленкам! Пузо к пузу! Ухо к уху! О! Теперь все отлипло, попа к попе прилипла. Оп! Попа к попе прилипла. Пятки к пяткам. Локти к локтям. А пятки к пяткам. Вот, и попа к попе. Затылок к затылку. Теперь все отлипло, ухо к животу прилипло. Ну-ка послушали, там блины бурчат. Блины бурчат, бурчат. Умные. И сделаем хоровод. Это какой-то у нас такой маленький хоровод. Ну давайте широкий хоровод сделаем. Хоровод. Вам движение, а вы повторите. Готовы? Приготовились. Люди гуляли, ходили друг к другу в гости, в общем, да, веселились, да, от души. Не потешить широкую масленицу, значит жить в горькой беде и жизнь худо кончить. Ряженые ярмарки, взятие снежных городков, кулачные бои. Эх, как люблю я кулачные бои, да? Куда уж тебе, сиди, да уж сижу. Так вот, купание в проруби, лазанье по шесту за призами, пляски, танцы, все это случалось в эту залихватскую неделю. А еще один главный и неотъемлемый символ масленицы. Масло? Нет, интересно. Кто сказал, чучело? Чучело, да, ты чучело! Да не ты чучело, а масленичное чучело. Масленичное чучело. Конечно, в конце масленичной недели это чучело сжигали, чтобы все то плохое, что было в том году, сгорело вместе с ним. Да, люди даже бросали в костер старые вещи, с которыми были связаны плохие воспоминания. А почему? Потому что шла весна.
А с весной начиналось все заново. Кстати, загадка. А кто знает, как назывался каждый день масленичной недели? Вот понедельник. Как? Как? Встреча, правильно. А вторник? Зайкрыш, молодцы. Среда? Лакомка, правильно. А четверг? Разгуляй. Вот так сегодня, да, разгуляй, так разгуляй. Пятница? Теща на поселке. А суббота? Заловки на поселке, правильно. И воскресенье. Прощенный день. Мой любимый праздник, день, прощенный, да, день. И у каждого дня была своя традиция. Прости меня! Жончика нет, оно дрожит. А он немножечко сладкий. Не долезает. Ой, какая это башка большая и умная. Спал. Сладкий. Да. Как зовут? Чип. Чип? Тифуа. Так Чип. Это паренек у нас. Мальчик. Спасибо большое. Нет. Ой, золотой. С праздником вас! С праздничком! А вот из сена у нас конь, и конь везет масленицу. И сегодня ее будут сжигать, потому что сегодня последний день. Давай еще отсюда возьмем. Прощенный день. Давай. Ура! Никита, Даша, оденьте шапку, хотя бы под шлемник. Вот у меня сейчас с яблоком блины, как вот без блинов, да?
аккуратно. У вас будет, знаете, как есть сосиска в тесте, а у вас царь в тесте будет. Так, ребят, давайте. Или мне уйти? Уходить? Ой, еще и не пускают. Ладно, ладно. Так, тесто приготовили. Выливаем на сковородку. Так. Перевернули блины. Оп. Потому что с этого дня весна вступала в свои законные права. И чтобы войти в нее обновленными, чистыми, люди ходили друг к другу в гости, гуляли, в общем, веселились от души. Да, не потешить широкую масленицу, значит жить в горькой беде и жизнь худо кончить. Ряженые ярмарки, взятие снежных городков. Широкая масленица идет! Отправляйтесь за нами! И ребенок знает, потому что одна из самых любимых забав на Руси – это катание на санях. Ну, катались на санях в основном молодые. Да, в это время было столько гуляний общих, так что парни и девушки знакомились. Потому что катаясь на санях, парень мог... Нет, ты не невест. Парень мог прилюдно поцеловать понравившуюся девушку. И это даже не возбранялось, а наоборот. Сколько свадеб было смешно за год. На это были нацелены все масленичные обряды, чтобы парень мог прилюдно продемонстрировать девушке свою любовь.